Всевышний, смотрите, нас наградил вот таким вот обедом. Вот такой супчарский, типа супчарского, да, там мясу нету. Есть мандаринчики у нас, есть вот такая вот штука, йогурты, вода минеральная. Вот, и большое количество вот таких вот бутеров. Но бутеры, так как я мясо, вот это вот, тут, скорее всего, свинина, я ее не ем, поэтому все полностью идет фонд Виталика. У Виталика сегодня праздник. Вот, 8 месяцев уже находится в Париже. Жилье нашел, но пока тоже как бродяга двигается, в общем. Вот такая вот здесь жизнь. Смотрите, с какой публикой мы сегодня. Видите, это высший свет французского общества. Посмотрите, вот с этой публикой мы сегодня обедаем, точнее ужинаем. Если вы внимательно приглядитесь, вы увидите губернатора Булонского леса и также других известных лиц. Друзья мои, наша трапеза продолжается во французском высоком обществе. Сидим с Виталиком, как только что и сидели до этого. И только что подошел месье, гарсон, и сказал, что есть очень свежий французский салат. Притом я у него спросил, нету ли там мяса. Он сказал, мяса нету, специально для людей из высшего общества. Вот сейчас я его и буду поглощать. Такая вот жизнь у нас. Находимся на Елисейских полях. Очередной вечер в Париже. Вот такая здесь обстановка. Как обычно, артисты работают, но мы пойдем дальше. Идем в сторону Триумфальной арки, друзья мои. Вот. В общем, обычный парижский вечер. Видите, можно вот на такой штуке прокатиться, если уж совсем тяжко. Можно и вот на такой, если та по статусу не подходит. Так, пользуясь случаем, дам я объявление. Меняю вот этот вот аппарат Maybach S600 на кабриолет цвета мечты. Седаны, баклажаны, приоры не предлагать. Находимся в Триумфальной арке. Город Париж очень оживленно, много туристов, все фотографируют, все снимают. У всех селфи, такая просто ожесточенная, напряженная обстановка. Нам надо на эту сторону. Вот такая здесь атмосфера, видите, друзья мои? Пробки, пробки, вечерние пробки. Париж. Смотрите, что происходит. У Триумфальной арки находимся. То ли полиция, то ли скорая, непонятно, что там у нас. Все, вперед. Здесь иногда бывают полицейские, как чисто такая частная машина, и он на нее сверху мигалку ставит, ну как, когда обычная типа машина, но на самом деле это какой-нибудь там комиссар полиции, да, или кто-нибудь в этом роде, вот, едут по своему делу. Пардон, месье, пардон, мадам. Вот, а мы идем дальше. Находимся в Париже. Сидим на остановке с Виталиком. Вот такая вот у нас житуха сегодня. Вот, Виталик уже 8 месяцев как находится в этом городе у Парижа. Да? Да. Ты счастлив, Виталик? Да, счастлив. Счастлив? Тебе нравится? Да, нравится. Когда Виталик сюда приехал, а главное, откуда приехал, с какого города? Ивано-Франковск. Ивано-Франковск, да. Друзья мои, пишите, кто у нас жил в Ивано-Франковске? Пишите, пишите. Виталий, вот у тебя сейчас получается работа, то есть, то нету, да? Да. Вообще сложно с работой в Париже? Так себе. Так себе, комси, да. Комса. Комси, комса. А ты где находишь работу? Познаем.
У знакомых? Да. У своих? Да. То есть через своих, да, находишь? Да, да. Есть какие-то биржи, какие-то газеты, какие-то объявления, может быть? Есть, но надо так. Говорить на французском? Да. Да? То есть если на французском не говоришь, сложно? Ну, что? Если на французском не говоришь, сложно, получается? Да, да, сложно. Да? А работу, которую ты находишь, это постройки больше? Да, стройки. Постройки. Да. Но там надо говорить по-французски или только по-русски, по-украински? Как у тебя получается? Надо и так, и так. И по-русски, и по-украински, и по-французски. Но по-французски тоже, да, желательно? Да, да, да. Желательно. Ты по-белому находишь работу или по-черному? По-черному. По-черному. Да. То есть можно все-таки работу по-черному найти, да? Да. Сколько вот в день или в месяц, или почасовая оплата? Как у тебя оплата идет? День по дню, да? Да. Сколько в день вот можно зарабатывать? 60. Да. 60 евро. Да. А сколько часов ты в день работаешь? 8. 8? Да. Друзья мои, находимся в центре Парижа. Смотрите, такой куртофан. Ну, точнее, если правильно говорить, это жакет вообще. Вот как вы думаете, сколько он стоит? Посмотрите мне. Предлагайте пока свои варианты. 1000 евро, 2000, 5000, 100 тысяч, миллион. То есть говорите варианты. Смотрите, видите, то есть такая кожа, замш, он череп. Вот таким вот образом выглядит. Вот название фирмы даже вам покажу. Филипп Брайн. И теперь покажу вам цену. Вон еще сумка тоже есть. Посмотрим, угадали вы или не угадали. Смотрите. Видите, то есть вот этот куртофан, жакет, да, 18 штук евро стоит. Футболка 725 евро. На нем, видите, футболка? 3250 евро вот эта обувь стоит. Смотрите, какая обувь, серьезно. А сумка стоит 875 евро. В общем, вот такие вот цены в центре Парижа. Вот в таких условиях вождю здесь приходится выживать. Друзья мои, находимся в ночном Париже. Вот таким вот образом выглядит сегодня город. Центр города. Смотрите, что происходит. Просто грибочки, а из самого Блонского леса. Сейчас я вам покажу человека, который их собирал. Миш, как тебя занесло в Блонский лес? Не знаю. Ну, ты шел за грибами или у тебя были какие-то другие цели? Нет, за грибами. За грибами. Нет, других целей нет. Как ты узнал, что в Блонском лесу есть грибы? Ну, сказали ребята. А, то есть это нормальная практика, да? Ходить, да, в лес, да, да. Ходить за грибы? Проверенная практика. Да, ходить грибы. Вот так вот, друзья, видите, живут люди в Париже. То есть, если по грибы, то в Блонский лес. Не все время. Не все время? Есть другие еще места? Есть, есть другие места. Как это называется? Это в Ере есть. Опята? Опята, да. Опята. Да, да, но да, это да. Не считается как бы грибы. Как это не считается? Есть грибы. Нет? Нет, это опята, они такие... Почти грибы. Почему? Грибы а это... Сейчас ты попробуешь белые грибы. Марина, тебе дать попробовать. Слева. Но это уже грибы точно. Подожди, а почему это не грибы, я так и не понял? Ну они типа сорта грибов, но это не есть грибы. Не первый сорт. Не первый сорт. Не первый сорт, да? Да.
выключай. Марину, друзья мои, Марину я не снимаю, а вот... Аня попала. Да. Ну зачем? Да я такая в холодильнике. Ну домашняя обстановка, домашние грибочки с Булонгского леса. Все как положено. В общем, друзья, вот такая вот здесь обстановка. Всем, кто ест с нами, приятного аппетита. Пачанга полная.